Доброе утро, ребята, меня зовут Фласочка, это серия по зомби-выживанию в Майнкрафте. Кунчик, вставай, на пошопе, вставай, рассказывай, что тут произошло. Мы, кстати, ребята, уже переселились в тот самый заброшенный дом, вот, все мои челики сюда. А чё вы тут сидите, а можно с вами? А где зефир? Вы знаете, очень вкусно зефир на костре готовить. В курсе, нет? Пусть фабрика, да. Когда у нас охрана, это, ну, пост начнется. А, ну вот, я проснулась, теперь можете охранять. Стоп, когда я сплю, вы же тоже должны меня охранять. А почему? А, пост, типа, вы меняетесь, что будет нас охранять здесь, а вы имеете в виду, да? Да. А, ну все, тогда отдыхайте, мужики. Итак, Кунчик, рассказывай, что тут у нас, тут... Он ранен или он спит? Да он спит, у них тут. Тогда не пути его, давай по-тихому. Так, что тут еще у нас есть? Так, Гриша, плохо. Я единственный, который умеет готовить. Именно... ладно, не буду ничего говорить, лучше уж... мы так подумали, типа, неважно, кто как готовит, главное, чтобы умел. Да, главное, чтобы хоть что-то ведь кушать хочет. Так, Гриша, что у тебя тут у нас? А, не, нормально, смотри, ты... Мясо, короче, картошечка там всякое такое, короче. Печенье. Пахнет невкусно, но вы его закрывайте. Все, хорошо, спасибо. Ну, нет, на самом деле, печеньки, я думаю, вкусные. Я их, конечно, попробую, пока что не хочу. Так, а что тут у нас происходит? Рассказывайте. Ну, это мы отслеживаем, что все это, эти всякие сигналы. Может, ты ноутбук включить? Да нет, нормально все это. Типа я вот очки просто специальные смотрю, а вы не видите. Ух ты, а мне можно? Ну, ладно, я потом попрошу. Хорошо, а что вы тут отслеживаете, досказываете? Ну, сейчас это, сигнал пойдет, короче, я вот сразу такой, сигнал, тревога. Вот примерно вот как сейчас, видите, сигнал? А, точно, тревога, мужики! В смысле, что случилось? Какой сигнал? Там же ничего на мониторе-то нету. А ты уверен, что сигнал какой-то есть? Да. Что делать, не паникуй, Это, майнофоны ваши, я перекидываю вам с этого сигнал. О, вижу, все хорошо. И нам что, туда прям идти? Прям вот в эту точку? Но мы же приходили как раз таки из-за того, что здесь людей искать, так что поехали. А, ну да, логично. О, чё, на вот этом? Ну да. Только не это, а где тут эти? Я возьму бензин. Окей, давай, бери. Револьвер. Не, револьвер. Хотя, давай, возьму, правда, патронов. Я не знаю, где на него патроны. Слушай, а у тебя есть базука? Не-а, нет, а у тебя? Странно, я думал, ты ее с собой взяла. Ну ладно, так. Не, не брала. А тут у нас есть где-то в ящике? Да это искать долго, мы запарим. А куда, кстати, здесь заливается вода? Слушай. А вот сверху дырочку, видишь? Вот, залезай на динамит, сверху дырочка. Все, мне кажется, этого хватит. Ну все, короче, поехали. Куда ты поехала меня подождать? А ты же можешь сесть назад. А, стоп, он на одного. Так, хорошо, давай, поехали. Куда нам тут точка стоит? Так, в эту сторону, да. Ага, поехали. Едем, так, мы почти доехали. Вот тут впереди находится. Так, паркуемся. Так, погоди-ка. Вижу. А тут не такая уж большая стычка. Че, тут один? Минус. Сейчас-то. Погоди-ка. Не попади. Только главное, по военным не попади. Ё-моё, сейчас. Аккуратненько. Так, вот. Эти военные как раз-таки не наши. Так, в смысле, но. Не, нас не бьют. Так одни же, наверное, сигнал посылали, нет? Помогите нашим в городе. А, хорошо. Так, пойдем, давай разделимся, чтобы было быстрее, чтобы одного не бить. Минус. Ой-ой-ой, тихо, чуть не попало. Минус. Так, погоди нам. Чего? Наши в городе. Так, может, в город надо? А мы где с тобой? А где ваши-то? Вон там, за аллеей. Где? Блин, так и сказали бы. Да вон, аллея. А, вон. Где? Какая аллея? Ой, это что такое? А это что такое? Где? Все, иду. Что это такое? Ого, здесь у них поселение. Тут еще, их тут очень много. Правда, почему-то они не сражаются. Ну, походу, они... Гражданские! Им сражаться нечем! Аккуратно, не задень их! Кто? Захватчики! Террористы! Ну, эти, в смысле? Так они же в одной и той же униформе. Кто у вас главный? В центре. В центре? Хорошо, а кто в центре? Извините, вы главный? А где? Где? О, во! Где? Здрасте! Здравствуйте, а вы главный? Привет. Извините, вы из Акацки? Нет. А почему у вас униформа Акацки? Вы что, косплеер? Я... это моя сутка. Вы тут... вы посылали тут сигнал бедствия? Да. Слушайте, мы тут пришли, как бы... Кунчик, я не знаю, что ему говорить. Да говорит ты, я вообще без понятия, о чем с ним. А помощь какая-нибудь нужна? Типа, что посылали? А, да, помощь нужна. Да, на нас нападают постоянно.
Такие бетоны и плюсы все эти, мозгозоры. Вы, конечно, не обессудьте, но, может быть, вы не думали обустроиться не на улице, чтобы на вас не нападали, а где-нибудь в здании? Это временный лагерь, нас сюда разбомбили мутанты. Что он сказал? Их базу разбомбили мутанты, я один его понимаю? Ну нет, я его тоже понимаю, просто очень плохо. Хорошо, чем помочь вам надо? Разберитесь с зомби. А мы уже вроде бы нет? Они придут еще раз, нужно найти источник. А, хорошо, а какой источник-то у них? Это же обычные люди зараженные. Я что знаю, что ли, может они откуда-то ползут. Хорошо, а вы не знаете, где источник, где его найти? Нет. Тогда это... Кто там? Какая-то бяка! Где? Я никого не вижу. Где бяка? Наверху бяка. Где? Ничего себе, он здоровый. Кунчик, помогай. Ты где? Кунчик? А, вот ты где. Ёлки, я ж подумала, тебя он сожрал. Ага, меня сожрёшь ещё. Где он? Вон там он. Давай. Сюда, он здесь. Я на кусты забрался. С него что-то выпало, походу. Надо забраться. Так. Так, что-нибудь интересное есть? Прикинь, с него ничего не выпало. Это что за развод? А может, ты же подобрала? А, нет. Может, твоя упала? Ничего я нет. Я один меч какой-то поднял. Это мой. Это что за придурки? Так, тихо. Слышь, ты поговори мне, тут стоит тут со своей кочергой, ничего не делал. Так, а ну-ка, главный. Мы убили самого босса, это все или еще что-то надо? Это просто один из этих королев, этих витунов. Ага, я поняла, Кунчик, в каждом городе, в каждой стране свои какие-то зомби-мутанты. У нас обычные зомби, а у них летуны, потому что у них небоскребы, видишь, какие? Как ты это поняла? Мне кажется, это логично. Ну, потому что, смотри, нужно иметь крылья этим зомби, чтобы добраться до такой вершины. Вот, и они адаптировались под это, понял? Мутировали. Вы это поможете? Да, конечно, поможем. Мы бы только знали, куда идти, но ладно, раз вы ничего не знаете, Кунчик, давай. Нам нужно обследовать. Либо вернемся на базу и будем искать какой-то сигнал, но откуда же все они идут? Где-то есть начальная их точка спауна, где их там, не знаю, королева их это плодит. Ну, погнали, типа, надо как-то разобраться. У вас есть какая-нибудь информация, что-нибудь такое, типа, где искать, откуда они выбираются? Он сказал же, у него вообще ничего нету. А вы все что-нибудь покушать? Да, есть, вот, держите. Это готовил наш повар. Еда, не яблоки, ла. Ой, бедняги, у вас что с едой все очень плохо. Если хотите, вот мы каждому дадим, вот и тебе. Вот и тебе, военный, который выпендривался, и тебе на... Это не он выпендривался. Ай, е-мое. Ну кто-то же выпендривался, знаете, вам всем по еды. Вот вам печенюшек, вот вам печенюшки. Печенюшки тоже очень вкусные, сейчас я всем раздам. На тебе выпендрёжник. Погоди, да я всем дам печенюшки, это ж некрасиво. Они все, наверное, голодные. Это что такое? Где? Это что, лицарит? Где? Где? Погоди, Кунчик, я должна на него взглянуть получше. На севере. А где север? Да я еще знаю, что ли, где этот север. Подымайся сюда, Кунчик, ты, походу, что-то есть. Подымайся. Ты глянь, летит. Я здесь, вот я. Есть бутылка? Нету у тебя. Так если эта штука сейчас у нас упадет, там всем хана раздолбанить. И что делать-то? Бежим домой за базукой, быстро, меньше таратор, бежим за базукой. Мужики, готовьте базуку, я бегу. И 10 ракет, ну примерно. Валера, доставай базуку. Доставайте базуку. Ой, тут еще один, тихо. Так, давайте-ка, где базука? Нет, в ящиках, ищите. В ящиках. А зачем базука-то? Там это метеорит летит, нам всем кранты есть, он прилетит. Метеорит? Это же Майнкрафт. В Майнкрафте могут быть и метеориты, просто они будут не круглые, а квадратные. Кунчик, ты нашел? Лови базуку. Моя софта. А есть там жнец, может быть, там 4 ракеты? Я жнеца не вижу. Посмотри, жнеца. Я вижу ракеты. Он наверняка где-то есть, посмотри, тут наверняка где-то есть жнец. Ракеты подбери пока что. Нашел листочек, это даже не я написал, но тут там написано, типа, две базуки за одну серию, это жирно слишком будет. Вот скажи вот тем, кто это написал, что он жопошник. Ребята, напишите бан тому жопошнику, который не дал мне жнеца, который выстреливает 4 сразу. Все, тогда побежали. Надо выдвигаться. Хорошо. Нам главное успеть добежать. Где наши мотоциклы?
Где-то впереди. Там, да. Знаешь, мне кажется, я бегаю быстрее мотоцикла, так что я сейчас быстренько с ними разбегу. Летит, летит. Погоди, мне нужно забраться повыше. Погоди-ка, вот здесь я прям заберусь. Опачки, 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 опачки. Опачки, опачки, опачки. Сейчас я разбомблю. Тихо. Тихо, бомблю! Ух, как же прикольно, мне облака закрывают. Ой, я походу... А, ты походу даже достать не можешь, надо выше залазить. Да, походу надо выше, хорошо. А как выше-то забраться? Погоди. Лианы! Так, так. Так, вот на этот дом нам надо. Хотя зачем мне эти лианы? Я могу просто на динамите забраться. Кунчик, за мной! Опачки, 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 опачки. Тихо, я сейчас все сделаю. Смотри, как это делается. Смотри. Твою кукурузину, фласка профессионал лезет. Почему я начал этим динамитом пользоваться? Теперь точно так же, как фласка. Потому что ты понял, что это имба. Так. Он почти приземлился. Сейчас я бомбану его. Сейчас, сейчас. Так. Ё-моё, нет, все-таки жнец тут был, кстати, потому что его очень долго буду ломать. Кунчик. Тащи жнеца. Не жирно будет. За... Тащи, тащи жнеца. Я знаю, ты его запрятал где-то в карманах. Давай, 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 вытаскивай. И, парни, есть что-нибудь, чем бомбить? И ракет можно? Больше. Ракета одна осталась. Нам нужно его полностью разбомбить. Быстрее, кунчик, быстрее, он падает. Я спущусь, пацанам спрошу что-нибудь. Алло, да сюда поднимись, я знаю, у тебя в штанах где-то там заныкано. На, быстрее. Ты вот эта пуколка, слышу, откуда такая? Слышь, а откуда у тебя такая пуколка? Смотри, там мать прилетела! А, погоди, какая мать? Ты чё-то, ты видишь меня не то? А, она была очень ватная. Хорошо, так, погоди. Глянь, там внутри что-то есть в этом метеорите. Пойдём ты туда слазить? Не знаю, но сверху я вижу какие-то манекены или это трупы. Я почти его разбомбила, смотри, опа. А, ну да, весело. Кончик, это чё? Это я просто решил... Как ты так делаешь, объясни мне, она ж так не стреляет. Это моя расовая способность. Расовая? Слышь, ты же человек вроде как. Я эльф. Так, не, ребят, вы слышали, он сказал, что он эльф. Ты чё гонишь, алё? Ты где? Ты где? Я упал вниз. Кончик, ты чё, умер? Нет, я живой. Скоро залезу. Сейчас по лиане полезу. Ну, короче, всё, тут уже нечего разрушать. Тут уже всё, типа, можно сказать, финитус. А, осколки. Или пускай в воздухе висят. Ну да, это же Майнкрафт, вообще не надо было об этом это... Да, это же Майнкрафт, нормально. Так, все, короче, мы с этим разобрались. Пойдем отчитаемся Нубику. Зачем ему отчитываться? Почему мы должны ему отчитываться? Ну он же типа главный тут, нет? Ну, а мы? Тогда ладно, поперли просто на нашу базу. Короче, ребята, побежим мы на базу разбираться с остальными делами. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А также не забывайте смотреть видео слева и справа, ведь не очень интересно. А с вами была Флазочка, всем удачи и пока-пока. Не гори голову, ребят, мотоцикл-то верни.